не ждали Battlecats-то сразу. Ну ладно, мы продолжаем наши этапы обычно. Стойте! Хотя нет, стоять не будем мы. Хотя нет, будем пока что. Собирай бонусы. Так, что у нас сегодня может получиться? Или... А чё так мало? Один всего бонуса. Где два бонуса? А где билетики? А, я понял. Сейчас все будет. Ну, теперь тебе будет, теперь будет. Да ё-моё, слушайте. Ну ладно, не важно, нам сегодня это не нужно. Не знаю точно, нужно, не нужно. О, да, есть, конечно же. Не громко ли в этот раз? Слушай, что-то я не знаю даже. Очень странно. Ну ладно. А, я забыл отправить его. Ну давайте отправим. Так. Сегодня что-то бонусные маловато выдали. Как всегда, пошел путь. Ох, что-то потрясающая музыка. Так. 18 опыта. Посмотрим, что мы можем улучшить за этот... Так, кого-то там самого из редких, да? Ха. Кто у нас такой дешеватый? Вот эти дешеватые. Давайте использовать. Вот, давненько не пользовались. Сейчас мы пересформируем наш состав котов. Так, как это сделать? Да не знаю совсем. Вот так, конечно, как же еще? Что мы тут хотим? Ага, редкие. Давайте редких вставим куда-нибудь. Хотя вроде эти тоже неплохие. Давайте вот так лучше. А тех мы как бы маловато использовали, поэтому продолжим их. Или не продолжим? А из супер редких у нас двое всего, да? Да, и все здесь, главное. Так, давайте как кору... А, да, это вот так вот. И переставим их местами. Чтобы были по цене. Вот, все, пойдемте. А, вот и бонусы. Вот и бонусы, ура, билетик. Сколько в этот раз у нас? О, да, бонусы. А? Это у нас опять какие-то дают всем игрокам бонусы. О, еще что-то. Ой-ё. Так, у нас 100 еды кошачьи. Можно что-то купить потом или как? Ну вот всякие события. Что ж, новенькое улучшение? В смысле, вопрос? А, у нас 120 есть за 90. За 150. Давайте за 120 накопим и купим. О! Ой, улучшает, слушайте, достаточно неплохо. Давайте вставим сейчас. А еще событийных, возможно, тоже что-то есть. Да, давайте почитаем. Исследовать. Прям интересно, что тут читать надо-то. Шанс повредить. Одиночная атака. Ну, допустим. Так, пойдемте в обычную битву сначала. Да? А, еще капсула, ё-моё. Совершенно забываю. А, бычок. Вы знаете, бычка активировать надо сразу бы. Не прокачанный бычок, да, еще? Насколько прокачанный? Еще одно улучшение, слушайте, он будет улучшенной формы. Это мы сделаем сегодня. Накопим опыта и сделаем сегодня. Скорее всего, тут какие-то новые событийные этапы появились, какие-то особо интересные, я подозреваю. Поэтому мы сейчас попробуем, но не сейчас, а потом. Начинаем битву. Снова. Золотая медаль на предыдущий. О, опять какая-то сложная... Как бы штука...
белочки, кусачьи. Что за фигня? Опять случайно что-то тут. Ёшки, картошки, белочки, лепешечки. А, все, ты все. Слушайте, не знаю, громко или не громко. Обычно не должно быть так. Ну что, пускаем этого. Типа, а где? Я их копировал. В смысле не сохранилось? Я ж сделал их. Вы помните, как я копировал? Ну ладно. Ладно. Кончились враги, кстати. А, нет. Ну заодно. А слушайте, а вот это вы экипировал. А, я их экипировал. Просто я не экипировал кого? О, медведь! Снова ты, слушайте, мы его недавно забили. С трудом, заметьте. Что за перемешанные враги, ё-моё? Как мы так мало базу поломали, слушайте, как так сильно медведь толкается? Нет, я экипировал их, я просто забыл экипировать этого типа. Слушай, медведь забили, ха. Как так-то? Обычно же... Еще медведь, йо. Может, тот медведь был усиленный, наверное, да. У нас тоже летучие есть. Во, против летучей бабочки вот эти типы хороши, да? Залпим. Просто вопрос, что у нас тут дальше? Еще полетели. Что за усиление? Это тот, который... Этот. Слушайте, забивают. Так, кого-то забили. Нет, ну никого. Так, надо бы еще больше медведей забивать. Ну да. Ха. Кабанчик. Смешно такое, зачем он постоянно открывает и закрывает рот? Словно ест по пути. Ну-ка, пошли. Следующая толпа медведей, кстати, они противные тем, что они противные. Ну, видите, большие, страшные. Зверюшки, так. Все, лезут и лезут. Ну ничего, сейчас пушка еще будет, да? Или не будет, слушайте. Я уже думал, что медведь улетел. Это очень хороший знак, что... О, бабочка улетела. Еще медведь, да вы достали, слушайте. Ну ничего. Возможно, когда-нибудь кончится, во-первых. А во-вторых... Ну, вот они. Не экономим, поэтому. У нас много существ. Значит, поспешим, поспешим. Это вот пока медведи до базы. Мы их сейчас толкнем, свергнем. Слушайте, опять свергли. Во, ломай, ура! Надеюсь, еще не придет кто-то сейчас на половинке, нет? Чувствую, еще один не придет больше никто. Ха. Да уж. Многовато опыта. О, хорошая награда. Что это? Активейтед! Так, с тремя восклицательными знаками. Так, улучшаем коровку. Не божью, а эту, летучую, в смысле. Вот эту. Так. Эволюция до козла коровы. А, жираф. Жираф, жираф. Обычно... Жираф. Ну, жираф так жираф, слушайте. Корова до жирафа улучшается. Ну, может быть, такое бывает. Так. Тем временем, что мы тут хотим еще улучшить? Заряд пушки, кому нужно база...
Вот, это нам надо бы базовое изучение, да? Уф, я тут я его почти все улучшил, но это и хорошо. Значит. Тут еще может быть дешевенький. Этих специальных дешевенький, нет, слушайте. Улучшение. А, вот это можно лучше, правда, но... Сейчас мы сразу до 10-го, ё-моё. Ну нет, потом, конечно, до 10-го. Так, экипировать сначала. Мне прям интересно, сколько он там стоит. Ну, как интересно. Не очень интересно, конечно, но... Жираф оставим. А вот то чудо наше. 320. Ну да. Давайте вместо этого... А, и вот так переставим сюда. Да, так, может быть, нет, это типа не надо. Так, кого надо еще бы? Кроме стрекоты, вместо кого? Вместо, давайте, уже мы набросались штанг из окна. Ну, ладно. Давайте события не сходим. Может, что-то сегодня появилось интересное. Не знаю, даже... Даже, что тут даже постоянно? Да, видите, у нас тут события с существами. Это значит, что интересное что-то. Вот, видите? Ограниченные стадии. Так. Вот это вот стоит видеть. Возможно, будут особые враги. Я не помню, но обычно такое бывает. И бывают призы дают. Так. Ой, домик, слушайте. Подозрительно опасно. Слушайте, 200 всего лишь. Запустим существо-то, погодите-ка, только надо... Кажется, логично, из домика выходят человечки. Люди. Ну-ка, посмотрим, как у нас существо бьет. И разговаривает еще. Ну, бывает. Еще обычно дают вот такие вот стадии. Еще персонажи дают, видите? В смысле, скорее всего, дают. Так. Ну там молоточком бьет, да? Ну да. Вот, я же говорил, особые враги. Он бьет так удары, слушайте. Хе. А ну-ка, жираф пошел, как такой жираф. О, жираф. А, это было просто. Возможно, это специально предназначалось для низких уровней. Я как-то прокачивался. Достаточно. Приз. Во, я же говорил, слушайте, котов открываем бесплатных. За события. Наверное, попробуем еще разок. Так. Редкие, да, значит? Даже не специальные редкие просто, но... Да, я так и думал. Это мы открыли того, которого избили, да? А, ну да, как бы мы победили и открыли. Так. Теперь экипировать обязательно. Сколько стоит, прям интересно. А, давайте почитаем. Раз восклицательный знак нам указывает, что надо восклицать от радости, поэтому мы это станем делать, да. Видимо, одни из самых последних, да? Да, самый последний, ну... Я забыл прочитать. Ну и кому это, собственно, нужно? Не сейчас. Давайте посмотрим, сколько стоит, сколько экипируется. Но редкий, как бы, значит, неплох. 450 тоже. А, не тоже. В общем, давайте мы это поменяем местами их. И заменим их. Интересно, он что, слабее, чем наше существо, которое мы выиграли? Не знаю, не знаю. Давайте еще разок. Потому что может хватить. Там у нас всякие этапы не особые. А вот это нам гораздо интереснее. 100 энергии, слушайте. Извините, но мы должны сегодня побольше уровней пройти обычных. Я так считаю. Поэтому нет. К несчастью, мы не получится. Мы... Да ё-моё, не то нажал. Итак, что мы сделали, что мы сделали, что мы сделали? А, я звук поменьше сделал. И продолжаем обычный уровень, иначе нас так энергии не хватит на все, слушайте. Теперь
теперь думаю, меньше энергии нужно, сколько-то нужно прокачать. А, энергия-то не прокачивается, слушайте. Энергия-то не прокачивается, друзья. Потому что уже максимум. А вот и пошли. Так, как у нас далеко, далеко. И все сразу, ёшки-картошки, ну. Начнем с нашего существа, которые... Ну да, это то же самое, только в качестве союзника, не врага. Кажется. Ха! Такая медленная ходьба, так смешно. Вот этот ходит туда... Нет, нет, не быстрее. Слушай, какие разговорчивые, ё-моё. Так. Опять не обитаюсь. Кстати, никогда не видел таких существ. Опять, откуда они такие взятые? Из кого-то другого... Еще из игры взятые, либо откуда-то? Потому что я что-то не встречал таких. Не видел нигде. Странно. Так как много предыдущих, что мне нам надавали. Так. Так, стоп, не понял, это как? Стоп, это что, не понял? Это как? Стоп, что? Сколько не стоит? Это стоит 320, а тот... А, все нормально, ну. А, тихо, побольше пускать, что они новые, как бы интересные очень. Зал пушки не хочу тратить, я вы знаете почему. Слишком рано. А, кстати, серые, не серые, не считают за наших серых фангов, как бы. У меня только белые будут, либо цветные у меня тоже будут, как вы считаете, как вы думаете. Как вы знаете, как вы... считаете. Это просто интересно, если у меня будут не только белые. Так. Жираф-корова бежит. Видно, что, оказывается, я, блин, я забываю, что редкость тоже, скорее всего, будут улучшаться. Ой, слон, ёсмалон. Ну, пошлите там толпой. В магазинчик пустой. Так. Ой, не только все. А еще и не все. О, слон забился быстро. Что такое? Все сразу лезут, да? Ох уж эта битва. Носорог. Злобный какой-то, особый какой-то. Немножко какой-то. Какой-то, какой-то. Давайте спасем нас от... Разорение. Разорогивание, или как? Медведь, ах! На пляже медведь, слушайте. Ну это пляжный медведь такой специальный. Так. Обитает там. Что за звуки? Все. Так, нет, слон хуже, чем медведь. Медведь опаснее, чем, да, чем слон. Я уже подзабыть немножко это все. Так быстро он серых птичек лопает. Так, у меня еще есть пушка. Я могу еще улучшать, что там дальность. Нет, дальность максимальная. А вот сила пушки надо получать, или сколько там. Действительно, все равно еще недостаточно. Очевидно. Ну что, всех пускаем. Ну всех как всех, что шутим. Сколько они там? Все идут. Идут. О, слон кончился. Наверное, еще понадают, если я подхожу еще. Но, скорее всего, смогу не все пройти. Или вообще даже не смогу следующий пройти. Поэтому лучше не рисковать. Энергии свои-то мы уже тут хотим. О, еще залп. Слушайте, медведь почти кончился. По-моему, хуже медведя мы еще не видели, да? Врага. Да, пока еще лучше, чем... Ну, в смысле, читая событийных всяких там... Так-так-так. Что, звуки?
долгая битва, слушайте. Слушайте, у меня даже энергия максимально набирает, слушайте. Видите? Ой, ё-моё, и слон, и жираф, и... Какие жирафы? Жираф-то наш. Выкончайся, медведь. Ох, ёшки-мартышки. Чё, они там по очереди идут? Ё-моё, толпа. Хорошая толпа. Что за там за звуки? Звоны. И носороги, и роги, и роги, и роги. Ох, и тюлени, и медведь один. Ну ничего. Медведь, главное, не, еще не трогать его. Медведь слишком издалека бьет. Вот в чем прикол-то, я понял. Да? А, все, медведь. Нет. Не все. Или они все же бьют медведя, или он такой только визуально такой. Ну ё-моё. Такой долгой битвы еще не было никогда. Я думаю. Медведь лопнул, все. И сейчас второй придет, да, скажите? Не говорите это лучше. Так. Слон, ну слон не страшный. Кенгуру тоже не очень. Даже не коты, слушайте. Существа даже не коты. Ну, бывает, не коты, какая разница, да? О, слон лопнул. Как свинка. Давай же, ну, еще носорожок и это здесь страшные. Кувыркающиеся эти ананасовые. Не страшные. Пингвины, которые не наши. А у нас нет пингвинов, да. Да ёшки, картошки, скажите, что делать? Что же мне, как же мне все ускорить? А вот ждать просто, да? Думаете? Ну, смотрите, остались только слабее. А, успеет слон. Ну, слон не страшно. Медведь это пугает. О, бьем базу, все. Давайте отдохнем 5 минут. Че, не бьем базу? А, слушайте, прорвались. А, нет, мы прорвались снова. Призы? В студию. Ах ты, никакие призы, да ё-моё, где мои призы? Так, улучшать, да. Это точно. Давайте улучшим наших новоиспеченных. Сколько там пекли? До 5-го. Может, кого-нибудь еще? А? Вот, пушку. А, не хватает. Хе. Здоровье базы. Изучаемость. Слушайте, ничего не улучшается. В смысле, нет денег. Ну, давайте улучшим что-нибудь из них. Тоже нет денег, что ли? Почти хватило. Что насчет специальных? Есть что-то деньги? В смысле, куда потратить-то? А, вот у них все уже неплохо. Лови. Бонус силы. Еще один бой, я готов сразиться. Как раз энергия кончается, как раз последний бой. Ох ты, ё-моё, луна, слушайте. Битва на луне. Мне прям интересно, кто? Там-там-там! Что? Голова! Битва с боссом, слушайте, вот мы только долго бились, сейчас у нас... Да чё гадаю, нас сейчас убивается на удар, если придет. Нет, вряд ли, конечно, чё за бред? Ну, знаете, на луне головы есть. Новая музыка. Здоровье, кстати, смотрите, как много здоровья, слушайте, это... Чё за сложность? Неужели этот момент настал, где мы не можем проходить больше или как? Thank you.
Музыка секс-фильма совсем новая, да? Это было очевидно. Ох ты, ё, кусака. Ну, давай. Отдалим. Конечно, враги они какие-то совсем разнообразные, да, слушайте? Я всё же предпочитаю, чтобы были тематическое что-нибудь. Тут, смотрите-ка, все подряд, что придумали, то и суем. Ну, как бы это тоже забавно, да? Нет, голова не страшна, она долго кусается, видите? Но кусает быстро. Можем успевать бить. Так. У нас пушка есть. Кус. Слушайте, жестокий кус, да. Да, уж слишком как-то... пугающе. Ой, ё-моё, опасность. А ещё эти зверьки, если враги, которые не голова, мешают. Ох, ё-моё. Летающий, просто летающий, помогает это вот эти враги, священники или как-то они там. Максимальная прокачка тут у нас. Кус. Да уж. Пушка, пушка готовится к запуску. В космос, а уже, кстати. Тыщ. Шансы есть, как бы, ну потому что еще мы надеемся на победу. Все же голова пугает больше всего. О, сто бьется, смотрите-ка, так. Ах, вот это да. Эти пушка снова быстро заряжается, надо, может, пушку улучшать? Ну да, да, конечно, все надо улучшать, чё мы. Ай-яй-яй. Что за бонус человечковый у головы? Сейчас мы оттолкнем. Так, сбиваем, сбиваем, слушайте. Блин, жалко, что здоровье не показывается. Потому что здоровый босс показывается при проигрыше. Да, в процентах. Если вы помните, если вы знаете, если вы видели. Пушка зло, кстати, заряжается неплохо. Или плохо. Будем надеяться, что мы снесли больше половины. Или уже осталось немножко. Будем надеяться, да? А луна это не последний уровень, кстати. Я не знаю даже в этой части. Ты жирафик. Жирафика жалко так. Пушка. Ну, не знаю даже. Затягиваем с окончанием, да? Я же думал, будет быстро. Кто сказал, что быстро? Я думал. Да, слушайте, бьют нашу базу. Неужели это конец? Придется получаться. Мне. Конечно, можно рассчитывать на удачу пытаться. Пушка снова готовится к запуску. Ну уже нет, все же нет еще. Что мы их отодвинули от базы. Да. Птичка одна осталась только лишь. К несчастью. Ай-яй-яй, снова бьют. Да неужели? Ну все.
вернемся или как? Ну, не знаю даже. Так, думать надо снова. Чё думать-то, да? Интересно. Слушай, пушка как-то заряжается. Не знаю, по какому принципу пушка заряжается. Чем больше врагов избиваем, тем больше пушка заряжается, тем быстрее. Наверное. Ну, блин, только пустил, но только птичка осталась, птичка прочная. Немножко. Моя база. Моя база. Что с базой? Укус мощный слишком. Получите стороны. Но это не помогает, вы знаете. О! Слушайте, это же, смотрите, это удача, видите, голова оттолкнулась. Слушайте, так, что успех, значит. Мне прям интересно, сколько здоровья босса осталось. После смерти базы нам покажут. И мы узнаем, насколько мы прогрессированы. И сможем ли мы действительно победить потом. Все, конечно, может зависеть от каких я выбрал персонажей для битвы. Котов будем называть их. Вкус. Он печет назад, пушки, все, свалится он. Не знаю даже. Нет, не свалится. Ну, в смысле, успех, как бы, не знаю. Шанс, кто знает шанс. Какой еще шанс? Ну, о чем? Да? Кус! Всех сразу, да, вот так убивака. Он просто их по очереди пускать, чтобы он не успевал их доставать. Ну-ка. Не, ну, подождите, ну, немножко только прокачаться. Ну как немножко? То есть не слишком сильно, но это очевидно-то. Как же по-вашему? Осталось, смотрите-ка, еще парочку ударов по нашей базе, и все. Жалко прощаться с базой, но... Увы, лунная база, конечно же, не получилась у нас. Еще один укус по базе, и все, да? Или что? Укус. Покажите здоровье босса? Нет? Не покажете? Не покажете? А! 34%! Слушайте. Мы ему даже... треть не снесли. В смысле, снесли две трети. Даже одна треть. Больше одной трети осталось. Ёшки-картошки. На этом все, поэтому я прокачаюсь без вас. Буду заходить и качать птиц. Каких птиц? Котов!